воздушных сил ВСУ, то есть, во-первых, стратегия до 2035 года, она в том числе перевооружение предусматривает. На самолеты западных образцов, и «Рафали», и «Гриппен» рассматриваются закупка F-15, F-16, бэушных там и так далее, и так далее. Но мне кажется, что мне лично кажется, это не планы Министерства обороны, что наш путь – это беспилотные летательные аппараты. В кооперации с Турцией мы строим завод в Василькове сейчас, который будет выпускать разные беспилотники. Там, и, например, «Акинджи» там планируется. Это следующий после «Барактара» за... беспилотник тяжелый, который может сутки баражировать, несет гораздо больше полезную нагрузку. Такая серьезная очень история. В том числе, например, сейчас есть планы уже подписанные совместно украинско-турецкий беспилотник реактивный. И он следующее поколение, по некоторым данным, он даже сможет вести воздушные бои.